После дождя на площадке за домом лужи и мокрая трава. Но и это не останавливает юных любителей футбола, которые после уроков выходят погонять мяч. Терпеть дискомфорт осталось немного. Этим летом власти вместе с жителями полностью преобразят заброшенную территорию. Мы же не хотим, чтобы они бегали по гаражам, а на поле они все равно играют. Но поле это заливается, и вот теперь нам обещали привести его в порядок. Мы очень довольны. Ждем с нетерпением, примем активное участие. Двор у дома 180 на улице Южный проезд попал в федеральную программу по созданию комфортной городской среды. И во многом это заслуга самих жителей, которые активно участвуют в субботниках, благоустраивают свой двор, высаживают цветы. И они же предложили построить за домом футбольное поле. Появляется возможность вот именно в тех дворах, там, где местное самоуправление, сами выходят и предлагают, то есть активно предлагают то, что бы они хотели в своих дворах. Именно на эти пожелания сейчас в нашем федеральном бюджете предусмотрены средства. На общем собрании жители нескольких домов утвердили проект. Здесь быть футбольному полю и баскетбольной площадке, турникам и игровому городку. И без мини-скверика. Для старшего поколения не обойтись. И одновременно планируем здесь же разбить скверик, чтобы березки посадить нашими силами уже. Но, конечно, администрация доставит исходный материал. Завершить благоустройство планируют к концу лета. Контролировать ход работ будут и активисты Общероссийского народного фронта. Важно, чтобы проект в точности воплотился в жизнь и чтобы сами люди в этом поучаствовали. Безразличных точно нет. Они все активно принимают участие, жители. Говорят, что им нужно. Здесь и дети подключаются, мамы, папы, бабушки. Кому-то, пенсионерам, скамейки нужны. Детям, мамам, бабушкам нужно, чтобы игровая площадка была. Все это формируется в одно предложение и устанавливается. А после жители обещали следить за состоянием площадки и поддерживать порядок. В Советском районе в этом году по федеральной программе благоустроят 3 двора. На создание комфортной городской среды Самарская область получила почти 1 000 000 000 рублей из федерального бюджета. Привести в порядок планируют около 160 дворов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.